Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье... Он не я! Поросенок, выключайся! Ну, сейчас... Как скажете? Знаю, почта ты не зла, что юбилей у Нади. Ну как же, милые друзья, нам Надю не поздравить? Нас провожал лесной народ на эту остановку. Но чтоб добраться нам сюда, иметь нужно сноровку. Лиса, кабан и сонный еж вам шлют большой приветик. От них подарок мы несем. Светик в семицвете. А семицветик непростой. Ты дерни лепесточек. И Наде поздравление спой. Ну, потрудись, дружочек, чтоб ехать было веселей, вы лепестки срываете, и на указанное слово вы песню запоминайте. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа, дружба — это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то будет видно в иллюминатор, дружба — это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, то станет ясно, дружба это планета ромашек. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. У друзей нет выходных. Thank you.
Тебе надо обниматься в день меньше 4 раз. Это для того, чтобы жить. 8 раз для того, чтобы у вас было хорошее настроение. А 12 раз, чтобы вы развивались и гармонизировали как личность. Обнимайте другие люди. Браво!